Доброго дня, з вами Обозреватель Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас сьогодні в гостях Андрій Бузаров, сходознавець, політичний експерт. Ми говоритимемо про події, які зараз відбуваються в світі в цілому. Ну, почнемо, звичайно, з сходу, тобто з того, що фактично сьогодні зараз відбулося в Іраку. Тобто у нас ще одні чергові вибухи. Вже відомо там про 13 загиблих, 24 отримали поранення. Швидше за все, ну, об'єктивно за цим, як правило, стоїть ІДІЛ. А оці серії вибухів, які відбуваються на Близькому Сході, причому там вони з регулярністю відбуваються, час від часу трапляються і в Європі. А про що можна говорити, що чи змінять ситуацію ці вибухи, особливо якщо говорити про Манчестер? Чи зміниться зовнішня? Я би все-таки розділяв тенденції, оскільки в Іракі вони вже відбуваються, я маю в виду, взриви останні 14 років після звільнення Саддама Хусейна, почалась дестабілізація, і зараз вже дуже складно розібрати, хто себе відносить к ІГІЛ, хто є вахабітом, хто є сторонником там політичного ісламу, радикального ісламу. Тобто на самом деле все це дуже складно. Но в будь-якому випадку ніхто не отрицает влияние ИГИЛ на внутриполитические процессы в Ираке. И, как известно, часть Ирака оккупирована, занята так называемым исламским государством, которое пытается влиять не только на Ближний Восток. Оно пытается, это государство, так называемое квази-государство, влиять и на процессы в Европейском Союзе и Европе. Они не могут это делать политически, поскольку приверженцев такого радикального ислама не так-то много в Европейском Союзе, но они есть, эти приверженцы. Они находятся, как правило, при так называемых религиозных школах, при мечети. Не все. Отдельные лица, отдельные представители, как правило, молодежи, являются сторонниками вот этого жесткого ислама и, точнее, жесткого взгляда на ислам. Эти люди и становятся объектом для вербовки со стороны профессиональных организаторов, для совершения соответствующих терактов. И в принципе, если проанализировать атаки последних 2-3 лет в Европейском Союзе, а именно в Великобритании, во Франции, в Бельгии, то почерк одинаковый. Как правило, исполнителем выступает молодой парень, как правило, до 30 лет, который является уже завербованным какой-то организацией, террористом. Во-вторых, они совершаются в местах массового скопления людей. И в-третьих, нету четких целей. То есть я не сказал бы, что именно Британия под ударом, или вот именно Франция под ударом. Они хаотично наносят удары. Тобто цель шокувати. Да, даже Германия. Даже Германия, которую я приводил как пример стабильности, стабильной безопасности и высокого уровня работы правоохранительных органов, она тоже подвергалась. Помнитаем, да, Берлин. В Кёльне и в других городах. Да. Они тоже не могут осуществить превентивные какие-то меры, которые бы предупредили, гарантировали полное спокойствие. Посредством вот этих атак, посредством террора, международного терроризма, это как средство, по сути, уже особое средство осуществления политики, пытаются воздействовать на Европейский Союз, дестабилизировав его, возможно, спровоцировав какой-то конфликт между христианами и мусульманами. И, безусловно, попытка влиять на процессы, которые происходят в Европейском Союзе. Сложно очень часто установить реальных организаторов. Мы постоянно видим на сайтах различных о том, что исламское государство взяло на себя ответственность за такой-то теракт. Но конкретно кто организатор, кто даже исполнитель, мы не всегда знаем. Последний теракт, который произошел в Великобритании, там исполнитель был известен, установила его полиция, это Рамади. Но он, этот субъект, был в базе данных британской полиции, о нем знали, но не обращали внимания. Как и на предыдущую атаку, которая была совершена в марте 2017 года на Вестминстерском мосту. В Великобритании. Тогда погибло несколько людей, но тоже был выходец из Ближнего Востока, и тот же человек находился в базе данных полиции, но он не рассматривался как опасный субъект. Ну, власне, якою мета може бути в першу чергу таких терористичних атак? Тобто це провокація максимального загострення конфлікту між певними релігійними групами, особливо між християнським, умовно-мусульманським світом, особливо якщо говорити, що в Європі ті ж дуже багато біженців. Тобто провокація конфлікту. Перший аспект – це месть європейцям, особливо тим країнам, які є учасниками НАТО, за їх дії на Ближньому Сході.
То есть многие все-таки на Ближнем Востоке, арабы, рассматривают некоторые европейские страны, прежде всего Францию, Великобританию, Германию, как союзников США. США является главным, наиболее геополитически активным игроком на Ближнем Востоке. Многие арабы обвиняют США в попытке навязать какие-то ценности, идеи. И, естественно, многие хотят отомстить за подобные действия европейцам. Во-вторых, просто невоспринятие элементарных ценностей социального, экономического, политического развития. И что самое интересное, в принципе, ислам как религия, она не запрещает и плюрализм политических партий, плюрализм мнений и так далее. Радикальные взгляды и течения, они не воспринимают эту идею. Эти взгляды противоречат даже самому исламу. Поэтому не нужно смешивать. Это одна из самых серьезных ошибок журналистов и экспертов, в Украине в том числе, когда ислам негативно воспринимается. Так, у нас был тут мулла Саид Ібрагімов, і ми про це говорили, що є іслам, є радикальний так званий іслам, який, в принципі, офіційний, ну так би мовити, основний іслам, він його спростовує і вважає злочинним. Ну, тобто це секта незрозуміла, яка фактично формує зовсім інший світогляд. Да. І із-за цих негативних дій, о яких ви зараз сказали, Это все бросает тень на нормальный традиционный ислам, традиционно понимаем. Но все-таки, кто бы что ни говорил, вот это вот столкновение цивилизаций, если мы сейчас говорим уже о геополитической терминологии, словами Сэмюэла Хантингтона, который разработал целую концепцию по поводу столкновения цивилизаций, она все-таки присутствует. Она присутствует не в классическом варианте, как это было 1000 лет назад, когда крестоносцы собирались на Ближний Восток, Ближний Восток там воевал с крестоносцами. Она происходит сейчас на уровне цивилизационном, в виде воспринятия, невоспринятия каких-то ценностей. Вот яркая ситуация на примере Ближнего Востока. То есть демократизация арабского общества, она происходит с большими проблемами. Часть общества готова воспринять какие-то идеи, но часть остается консервативной. И вот из этой консервативной части выделяются радикальные группы, еще сверхконсервативные, скажем так, которые не воспринимают уже ничего. И идут на войну с Европой, с США, с кем угодно. Они готовы воевать с кем угодно. Ну, в першу чергу, навіть з невірними власної релігії. Ну, да, конечно, конечно. Тому що вибухів дуже багато саме в мечетях відбувається. Совершенно верно. Но, власне, якщо ми говоримо про, знову ж таки, іслам, тобто не іслам, ісламський світ, по-перше, хто, чи можна визначити таку собі групу ризику, хто може найбільш підпадати під впливи вербувальників радикальних, ну, цих груп терористичних? Тому що раніше говорили, що соціальна база їхня прекрасна, це неосвічені, бідні представники Близького Сходу, які не можуть реалізуватись зараз тут, і вони починають вірити в якісь там заоблачні далі за рахунок того, що вони покладуть своє життя на боротьбу з невірними. А зараз ми бачимо, знову ж таки, навіть в Манчестері теракт скоїла молода людина, яка народилась біля Манчестера, власне, поряд, грала в футбол в дитинстві і так далі. Але потім, коли вона почала більше і більше цікавитися цими ідеями, вона чомусь потрапила на гачок, з'їздила туди, навіть батьки відомо забирали в неї паспорт, щоб вона не могла повернутися в Британію, але там він сказав, що їде там на поклоніння в Мекку, здається, йому віддали паспорт, він приїхав в Британію і скоїв теракт. Ось як можна визначити ці групи ризику? Ну, я думаю, що 5 факторів і 5 критеріїв, які характерні, можна виділити без проблем. Перший критерій, як ви вже правильно назвали, це представитель молоді, тобто молодий чоловік. Во-вторых, це человек, который является этническим арабом, либо арабом неэтническим, так называемым переселенцем, или, возможно, беженцем, или не беженцем, человек, который приехал работать в Европейский Союз. В-третьих, это человек, который исповедовал вначале традиционный ислам, то есть он является мусульманином, но на каком-то отрезке своей жизни он решил поменять свои взгляды и радикализировался. В-четвертых, как правило, этой вербовке подвержены люди, которые ходят в различные медресе, это религиозные школы, либо мечети. И в-пятых, невозможно этих людей завербовать без наличия необходимой инфраструктуры. Я когда-то глубоко изучал, как это происходит в Бельгии. Так вот, 2 года назад бельгийская полиция закрыла около 30 различных общественных организаций,
которые работали в Бельгии, которые под видом распространения ислама занимались вербовкой как раз вот этих вот людей для совершения атак не только в Бельгии. Он может быть завербован в Бельгии, а атаку совершить в Великобритании, Франции. Это как было с атаками во Франции. Там люди совершенно из других стран были завербованы. И вот эта система, она достаточно разветвленная в Бельгии. С одной стороны, бельгийцы не могут ее запретить полностью, так как это противоречит ценностям европейским. Меркель, Ангела Меркель, многие другие европейские лидеры постоянно говорят о толерантности, постоянно говорят об открытости Европейского Союза. И это правда, действительно он открыт, действительно он толерантен. И мусульмане стали частью общества Европейского Союза. Но радикальные идеи присутствуют везде. И задача, на мой взгляд, полиции Европейского Союза, прежде всего и Великобритании, как раз должна заключаться в раннем отслеживании профилактика терроризма, то есть поиск потенциальных людей, которые могут быть опасны для национальной безопасности Великобритании. Но с другой стороны, нельзя сказать, что британцы не готовы. Но с такой системой армии, вооружения, правоохранительной, которая у них есть, странно, что они не способны отслеживать это все на ранних стадиях. Но одна из проблем Европейского Союза заключается в отсутствии кооперации среди правоохранительных органов. И это четко проявляется на примере Франции. Французы никогда не хотели делиться информацией о базах данных там, мусульман, о базах данных своих граждан с другими спецслужбами других стран. Они видели в этом всегда попытку забрать у них часть суверенитета. И вот это отсутствие кооперации, несмотря на наличие Интерпола и так далее, других организаций, она мешала и мешает сейчас странам Европейского Союза наладить действительно хорошо слаженную систему. Вот пример по поводу переселенцев, по поводу беженцев. Вы правильно говорили. Приехали, начали приезжать выходцы из Ближнего Востока. Не могут даже найти в Европейском Союзе консенсус по поводу квот. Венгрия и Польша принципиально не хотят принимать 140 тысяч выходцев из Ближнего Востока, которые сейчас живут в Греции и в Италии. Уже угрожает санкциями Брюссель. Все равно на принципе. Они говорят, мы просто заплатим штраф, ну, не будем их принимать. Ну так, тобто вони вважають, що це загроза їхній внутрішній безпеці. Совершенно верно. А власне, ну знову ж таки, є і виключення, тому що відомі неофіти з умовно-християнських походження, тобто європейці, які власне приймаються раз, і друге, ну ще фактор Близького Сходу і Середньої Азії і Кавказу, ну знову ж таки. Ну ми про це поговоримо трошки далі. Хотілося б поговорити про сам феномен, так би мовити, іділ. В цілому структура, яка в принципі оголосила війну, так би мовити, всьому там християнському світу і власне всім, хто не підтримує ці релігіозні переконання. Ну, начебто релігіозні переконання. Хоча багато хто говорить, що вони самі ватажки, як правило, не релігійні люди. Вони люди світські, які просто там військові люди, які монетизують свої дії в щось там і так далі. У нас були на ефірах, в тому числі, версії про те, що там, безперечно, робота спецслужб. І навіть проводились такі дуже чітко, ну, якщо не ходити навколо та близько, що ті ж самі російські спецслужби, враховуючи, що КГБ Радянського Союзу традиційно мало серйозний вплив на регіон Близького Сходу, дуже серйозні контакти, то нічого не змінилось, начебто з часів Радянського Союзу, і до сих пір російські спецслужби мають дуже серйозний вплив на цей регіон. І, власне, можливо, можуть бути пов'язані з ІДІЛ, з їх активністю. Ну, стимулювати, як мінімум, її. Знаете, я одним із моїх предметов моих научных исследований является как раз изучение исламского государства. У меня будет предзащита диссертации в конце июня. И как раз я пишу о том, что ИГИЛ, как вы, кстати, вы правильно сказали, это малоизученный феномен. И генезис его не совсем понятен даже востоковедам. Сказать, кто однозначно управляет ИГИЛом сейчас и кто стоит за ним, я не могу, поскольку слишком много факторов, которые указывают на то, что этот феномен выгоден многим странам. Дело в том, что международный терроризм – это не просто явление, которое существует самостоятельно. Международный терроризм – это инструмент, который используют отдельные страны для воздействия на своих политических или геополитических соперников.
это инструмент довольно серьезный. Никогда террористы, ну практически никогда, не пойдут просто так все делать и вербовать. Кто-то дает деньги на вербовку, кто-то дает деньги на оружие, кто-то дает деньги на подкуп должностных лиц, кто-то дает деньги на создание всей необходимой информационной базы. Это колоссальные финансовые расходы. Я сейчас говорю о вне. А если мы говорим о внутреннем состоянии ГИЛ, там вообще серьезная система создана. В любом случае, я сегодня в передаче вам сказал, что часть общества, которая не согласна с некоторыми процессами, она идет на борьбу против неверных, как вы говорите, или против там, американцев и так далее. Если посмотреть внимательно полевых командиров ИГИЛ, то это люди из разных стран. Из Бангладеша, из России, много из Северного Кавказа выехали, из США есть, из Европы более, по-моему, 4 тысяч только из одной Германии туда выехало. Естественно, выходцы из арабских стран. Много полевых командиров из Туниса, хотя Тунис это страна, которая прошла процесс вестернизации, относительно светская. Задают тон в ИГИЛе полевые командиры и генералы армии Саддама Хусейна. Бас. Совершенно верно. Ту партию, которую отодвинул от власти США. Поэтому, в принципе, в разжигание этого конфликта внесли лепту многие мировые державы. И многие страны делали так, чтобы, может быть, сознательно, может быть, из-за незнания, то Ближний Восток накипал. Вмешательство США в Ирак в 2003 году, в суперечи, кто говорит, вопреки международным нормам. Потом арабская весна. Никто до конца не может объяснить, кто ее организовал. Все говорят, что это спонтанно, я сомнителен. Я сомневаюсь, что она спонтанно произошла. Вмешательство России в Сирию уже в 2015 году. Да? Многие факторы, они дестабилизировали эту ситуацию и стимулировали многих мусульман по всему миру, особенно тех, которые придерживаются радикальных взглядов, поехать туда, взять оружие и воевать против кого, непонятно. А действительно, они воюют против всех. То есть они провозгласили так называемый халифат, воюют против всех, против арабов, хотят убить их, уничтожить и Хамас, и хотят уничтожить Израиль, и всех абсолютно. К чему эта война приведет, уже понятно. Их цели недостижимы. Сокращение территорий, территориальных владений Исламского государства, оно необратимо. И сейчас фактически из разных сторон идет наступление. Со стороны Ирака, со стороны Мосула, США вместе с иракскими войсками фактически берет уже в окружение их и тогда создает плацдарм для атаки на Ракку. Курды со своей стороны воюют, Российская Федерация и сирийские войска со своей стороны воюют. Поэтому, в принципе, ИГИЛ, он я думаю, уже потихоньку прекратит существование. Трамп сделал ИГИЛ и международный терроризм главной темой Большой Семерки, обсуждение на саммите Большой Семерки. Я думаю, что в ближайшие годы, в ближайшие месяцы точно эта тема будет топовой в мировых СМИ. Відповідно, чи можна очікувати більш різких радикальних кроків, в тому числі від Трампа? Ну, в Трампа хотілося б теж про це поговорити. В нього така внутрішньополітична ситуація зараз дуже складна. І багато хто говорить, що він спробує репутаційно відіграти за рахунок зовнішньої політики, де в нього є шанси набагато більш серйозні. Тим більше, ну, Росія окремо, тому що Росія – це для нього тема дуже хвора і болісна. Можливо, ну, про це трошки пізніше поговоримо. Чи можливі удари по Сирії і по ІГІЛ в першу чергу, в другу чергу, по, можливо, підтримка і більш серйозні радикальні кроки проти Асада і проасадівської коаліції на Близькому Сході від Західної коаліції, особливо після терактів в Європі, особливо після заяв Трампа? Убежден, что Трамп не пойдет в открытое противостояние с Асадом и, следовательно, в военное противостояние с Российской Федерацией. Но Трамп принципиален по поводу необходимости смены президента Сирии. Он показал всем, Трамп, администрация Трампа новая, показала всем, что фигура Башара Асада – это неприемлемая фигура для США. Нужно его менять. Россия не готова сделать уступку по этому вопросу. Но, возможно, сейчас не готово. Со временем я не исключаю, я убежден в этом, что какая-то формула будет найдена, при которой Башар Асад отойдет компромиссную фигуру от власти, да, а станет какая-то другая личность. Но не думаю, что это решит конфликт в Сирии. Остается слишком много вопросов. Как дальше кооперировать? И вот тут Трамп сделал одно заявление, которое многих экспертов удивило. Он сказал, что
допускает снятие санкций с Российской Федерации при, в случае сотрудничества с нею, успешном сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Но, как правило, и точнее, как вы помните, санкции были наложены не в связи с участием России в Сирии. И не в связи с терроризмом. Они были наложены в связи с ситуацией на востоке Украины и Крымом. Вот это заявление его, оно необычное и достаточно опасно. Такое ощущение, что он готовит какую-то базу для дальнейшего снятия санкций с России. Не сейчас, это не будет в ближайший там, год, полгода. Но теоретически это возможно в будущем. Но только возможно, это не значит, что это будет. Поэтому я думаю, что Трамп будет все равно кооперироваться с Россией по вопросу борьбы против ИГИЛ. Трамп не сдаст никогда позиции США и не пойдет ни на какую сделку, чтобы остался Асад у власти. Трамп будет усиливать военное присутствие США на Ближнем Востоке и передавать вооружение различным своим союзникам. Мы видели это на примере Саудовской Аравии, когда он заключил многомиллиардное соглашение с Саудовской Аравией, которое помогает, в свою очередь, своим союзникам по суннитскому миру. Следовательно, коалиция против Асада, она будет возрастать. Но сторонников Асада тоже не меньше. И у него сильные союзники. Это и Хизбалла ливанская, прошу прощения. Это Иран. И, естественно, Российская Федерация. И не только эти страны, там шиитский мир фактически весь вот, сплотился вокруг Асада. Вот в этом-то сложность. Ну, власне, якщо ми говоримо про Асада, а удари проти ІГІЛ, ну, тобто більш прямі удари, застосування, можливо, авіації союзничої. Зараз НАТО заявило, що воно приєднується до коаліції проти ІГІЛ. До чого це може призвести? Трамп і США несуть серйозні розходи в зв'язку з участием в ближньовосточній кампанії. І Трамп вже устав від того, що фактично все время лежить на США. И он хочет побольше своих союзников по НАТО привлечь к операции в ИГИЛ. Аналогично, поскольку от ИГИЛ страдают не только Америка, а страдает Великобритания, страдает Франция, страдает Бельгия и другие страны. Поэтому им нужно более действенными быть в участии своем на Ближнем Востоке. Трамп, в принципе, с этой точки зрения действует грамотно. Я думаю, что будет коалиция расширена, будет она более активной, но на интенсивное какое-то использование новых вооружений Трамп не пойдет против ИГИЛ. Будет вот эта ползучая операция потихоньку, которая сейчас совершается, идет по медленному свертыванию территории влияния ИГИЛ. Тобто тими сторонами, які вже приймають участь. Тобто це і курди, це і союзники по арабському світу і так далі. І плюс якісь про західні сили політичні і військові в самій Сирії. Да. А якщо говорити, власне, про, ну, ми якщо заговорили вже про Росію, знову ж таки, багато хто говорить, що все ж таки Путін намагається розігрувати, і плюс-мінус, поки що він тримається за цю фішку, це Сирія після Донбасу. Тобто після того, як він це поставив поза законом міжнародних договорів з Кримом і Донбасом, він вступив в ігру в Сирії для того, щоб з ним почали рахуватись, і він використовував цей козир. А на ваш погляд, він може його розіграти і дійсно використати чи ні? Да, і тут, знаєте, в чому аспект інтересний прослежується? Для США Ближній Восток – це принципіальний вопрос, поскольку багато стран, і стран Ближнього Востока – це союзники, и серьезные нефтяные интересы имеет США на Ближнем Востоке. Для России вопрос Ближнего Востока важен, но не настолько геополитичен и серьезен, как вопрос Украины. Для США вопрос Украины менее важен, чем ситуация на Ближнем Востоке. Все это прекрасно понимают. И Трамп всем это показал. Первые свои турне, первые свои визиты он делает по Ближнему Востоку, но никак не украинским вопросом он не занимается. Поэтому для России важнее Украина, чем Сирия. Поэтому, безусловно, это все будет в эпицентре противостояния. Но приоритет сейчас, в 2007 году, Украина, он меньше, чем был в 2014 году. И для России, и для США. То есть на каком-то периоде, я думаю, это мое мнение уже как эксперта, в 2014 году и Бараку Обаме, и Путину было выгодно заморозить, скажем так, конфликт и пойти на нормандский формат переговоров. Это европейцам было выгодно. Поэтому была выработана такая формула между европейцами, россиянами и Украиной при поддержке, в принципе, США, нормандская группа так называемая.
Она была создана, кстати, 6 июня 2014 года, когда Порошенко полетел в Нормандию, где был и Барак Обама, и Ангела Меркель, и Путин. Вот. Но поменялась администрация президента в США. Главная проблема заключается в том, что мы уже знаем позицию Трампа по Сирии. Асада не должен быть, дальше война против терроризма, смена политического режима в Сирии и так далее и тому подобное. Мы его позицию уже видим. А позиции по Украине мы не видим. Ну, тобто через призму політики взаємовідносин з Росією буде формувати ставлення до України. 100%. Тобто... Ви правильно геополітично определили. І я извиняюсь, що перебив вас. В зависимості від того, як Трамп переговорить з Путіним, які у них будуть отношения, в зависимості від цього буде відповідні якісь встречі, може бути, нові в нормандському форматі, або попытки, може бути, енергічні якісь попытки урегулювати конфлікт на Донбасі. Поэтому встреча Порошенко и Трампа нелогично сейчас. Раньше встретятся Путин и Трамп. И более вероятной является встреча Путина и Порошенко как раз, чем Порошенко и Трампа. Поскольку у Порошенко и у Путина есть площадка, нормандский формат, они встречаются между собой. И сейчас, если просчитать, проанализировать, то осенью возможна встреча нормандской четверки после ряда событий. А вот встреча Порошенко и Трампа, она не является логичной сейчас, в ближайшее время. Трамп, уже всем это понятно, не хочет встречаться. Хотя он и не отталкивает руководство. Он принимает Климкина у себя на высшем уровне. Он принимает, Рекс Тиллерсон принимает Климкина. Идут консультации, у нас не отозван посол. Все как бы нормально есть. Конгресс поддерживает полностью Украину во всех аспектах, и военных, и материально-технических, и других. Сказать, что там США отвернулись, это неправда. Но у Трампа точно не сформированная позиция по Украине. И когда он пригласил Лаврова и Климкина в один день к себе, фактически с интервалом там, пару часов, и написал в Твиттере «Let's make peace», то он всем дал понять, что он хочет выступать как нейтральный человек. Попытаться примирить непримиримое. Тобто він не встав на одну з сторін, а начебто встав да, над конфліктом. Как бы, поддерживая при этом Украину. И также он делает такой же трюк, он показывает на примере Ближнего Востока. Мы говорим много с вами о Сирии, но не говорим об Израиле и о Палестине. Так, тоже символично. Это часть, да, часть. И он поехал, встретился с Бениамином Нетаньяху и сразу же встретился с Махмудом Аббасом. Это невозможно даже представить, что президент США в один день встречается с двумя странами, которые 70 лет, даже больше, более 70 лет воюют. Он опять же всем дал понять, ребята, вот есть Израиль, да, у меня там есть лобби свое, мы общаемся, но есть и Палестина. Давайте как-то какие-то точки соприкосновения находить. Даже тогда, когда все понимают, что это нереально. Конфликт палестинско-израильский решить невозможно за два дня. Це глибокий конфлікт. Ну, так. Зараз багато хто пояснити, що в складну ситуацію, говорять, що арабо-ізраїльський конфлікт, передбачаючи, що це те, що не можна вирішити, і це вузол. Замість Гордіїв вузол, часто кажуть арабо-ізраїльський конфлікт. Нарицательним стало вже. А власне, чи може Україна суб'єктно вплинути на це, на таку ситуацію? Чи може вона трошки змінити, скажімо так, акценти в регіоні? Я думаю, что Україні потрібно зараз більше сконцентруватися на своїх взаємоотношеннях з Європейським Союзом. Прежде всего с Францией и с Германией. Я считаю, что это успех для Украины, что Макрон стал президентом. Он абсолютно, я не могу сказать, он проукраинский, он профранцузский, но, по крайней мере, он поддерживает. Не пропутинский. Не пропутинский, точно. Меркель, скорее всего, останется канцлером после выборов в сентябре. И это самый сильный союзник Украины в Европейском Союзе. Поэтому Украина субъектно должна влиять на Центральную Европу, Восточную Европу. И не забывать о том, что есть, еще есть такая страна, как Турция, с которой у нас достаточно хорошие отношения. И это важный стратегический партнер Украины. А это уже страна, которая лежит на пути к Ближнему Востоку. И с которой у России специфические тоже отношения. Никто не может их понять, какие они. То есть каждые полгода что-то новое. Но в любом случае Украина может быть субъектом и должна быть субъектом именно прежде всего европейской политики. Но геополитически, к сожалению, мы являемся, не могу сказать объектом, мы являемся геополитическим центром. Это слово, термин, который впервые употребил Збигнєв Бжезинський, который недавно уже, к сожалению, умер. Вот в своей книге «Великая шахматная доска» он назвал 5 геополитически активных игроков еще 20 лет назад. Это Франция, Германия, Китай, США и Россия. И 5 центров, то есть
те страны, на которые будут шахивные интересы. Властные места, где и разыгрываются партии. Совершенно верно. И он назвал 20 лет назад Украину, Азербайджан, Турцию, Иран и Корею. И мы сейчас видим, что напряжение существует во всех этих странах. Власне, знову ж таки, багато хто говорить, що ну, в нас притчі в ЄСІ вже давно є мінські домовленості, мінський формат. Тобто його багато хто сварить, дехто говорить, що він давно не працює, дехто говорить, що він єдиний, що в нас рятує до сих пір і так далі. Дискусій дуже багато з цього приводу. А чи можна говорити про те, що він буде якось змінений найближчим часом? Чи цього очікувати не варто? І в нас чекає такий напівпалаючий конфлікт на Сході ще дуже довго. Я думаю, что нормандский формат не будет изменен, потому что это невыгодно и России, и, может быть, даже это и не совсем выгодно Франции и Франции и Германии. Это было бы более выгодным для Украины однозначно, но я убежден, что Россия не пойдет на это. Если бы даже Россия пошла, кем изменить нормандский формат или кем дополнить? Еще странами Европейского Союза нелогично, поскольку Франция и Германия, мало, кстати, кто об этом знает, являются представителем Европейского Союза в нормандском формате. Есть специальные решения Совета Европейского Союза. Ну, то есть о Минской договоренности в целом. Сейчас, я просто логично закончу мысль, она буквально очень быстро. США не будет, не хочет, это видно. Они не хотели при Бараке Обаме и не хотят сейчас присоединяться к нормандскому формату. Но они присутствуют в нем через консультационные соответствующие свои каналы. Минский формат и Минская контактная группа является нормандским форматом в миниатюре. И Минская контактная группа, и Минские соглашения работают тогда, когда работает нормандский формат. К сожалению, ни один пункт Минских соглашений за 2,5 года их действия относительного действия не выполнил, кроме одного пункта. Один пункт более или менее иногда выполнялся, это обмен пленными. Но последние полгода и этот пункт уже фактически не работает. То есть Минские соглашения, они невыполнимы. Позиция Министерства иностранных дел Украины и администрации президента заключается в том, что это документы Минские соглашения не являются международным договором, и эти документы не являются юридически значимыми. Они являются доброй волей, и зависит от их исполнения зависит от доброй воли государств. То есть наша позиция такая, что это не юридически обязывающий документ. Следовательно, мы Россию обязывать не можем к их выполнению, поскольку нет механизмов принуждения, мы не можем в суд обратиться в связи с ними. Они не заключены в той процедуре, в которой должны заключаться международные договоры. Поэтому все, что остается на сегодняшний день, это санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию в связи с аннексией и агрессией, что очень важно. Не в связи с неисполнением Минских соглашений, а в связи с фактами агрессии на Донбассе и в Крыму. Таким образом, все, что у нас есть, это Минские соглашения. Минская контактная группа, ее эффективность зависит исключительно от того, будет ли новый импульс со стороны нормандского формата. А, власне, если говорить про позицию России, дуже багато хто, нагадаю, коли Сполучені Штати Америки застосували тамагавки в Сирії, дуже багато хто говорив, що це ляпас Путіну. Да, він був попереджений про те, що там вивезти війська і так далі, але сама позиція того, що незважаючи на присутність там проасадівських російських військ, іранських військ, коли американці вирішили, що це доцільно, вони використали свої ракети. І багато хто говорив, що свій репутаційний, свій імідж, так мовити, навіть всередині держави, Путіну потрібно буде відновлювати, тому що багато хто говорив, що це ляпас, на якійсь іншій площадці. І багато хто говорив, що в Україні може бути загострення. Чи можна дійсно очікувати, і знову ж таки, спосила маються в нас вже багато років, скажімо так, буде широкомасштабний наступ, чи не буде широкомасштабного наступу? Про це дуже багато говорять. Що дійсно, на ваш погляд, можна очікувати найближчий хоча б рік? Повністю ісключаю наступлення зі сторони ДНР, ЛНР, Росії, поскольку это, во-первых, вызовет серьезную дестабилизацию в мире. Общество, мировое сообщество и так крайне негативно настроено к России. Это еще более усложнит ситуацию. Во-вторых, будет новая волна санкций. России это не надо. Путин сейчас предпринимает энергичные попытки наладить отношения с Трампом, с Меркель
и с Макроном. Наступление на Востоке усугубит эти отношения и заведет его просто в угол. В-третьих, наступление ДНР, ЛНР и России обернется серьезными военными потерями не только для Украины, а и для той стороны. То есть, как минимум, это будет чревато серьезными человеческими потерями. Я не думаю, что общественное мнение в России готово сейчас к этому. В-четвертых, это негативно скажется на имидже Путина перед выборами президента в 2018 году. Ему нужно выглядеть миротворцем, но никак не военным. Военный деятель – это не совсем удачный для Путина образ. Ему нужно создавать, его политтехнологи так делают, они ему создают образ миротворца. И поэтому Россия как бы не при делах в Украине, в глазах многих россиян, хотя, понятно, все понимают, кто руководит процессами, кто совершал все на Востоке и в Крыму. Поэтому это наступление нелогично. Но если вдруг оно произойдет, я не думаю, что оно будет происходить так, как мы все думаем. То есть пойдет там наступление на Мариуполь, на Артемовск, на какие-то направления. Скорее всего, это будет полномасштабное вторжение со стороны Херсона, со стороны Черниговской области, Харьковской, с задействием всего массива авиации и других аспектов. Юридически Путин это может сделать. Он может попросить Януковича написать обращение, как он попросил Асада. Асад сделал обращение вести войска, и Путин вел войска. Янукович в свой час уже просил. Да, но Путин тогда не сделал, потому что ему это было невыгодно. Сейчас нужно смотреть, насколько это ему оптимально. Поэтому следующий этап обострения, вот в котором вы говорите, я допускаю исключительно в таком формате. То есть полномасштабное вторжение. Я думаю, что Путин к этому не готов, и Россия к этому не готова, и мировое сообщество к этому не готово. Якщо провести паралелі, просто як вони це подавали юридично в Грузії, я пам'ятаю, це було принуждення к миру, а-ля з наступлением направления там, Батумі-Тбілісі, і тоді застосовувалась дійсно авіація, бронетехніка, тобто танкові колони. Вони нанесли удар, після якого вони відтягнулись, тобто чи неможливо щось на зразок цього, щоб показати, ось ми більше не чіпаємо території, ми відходимо, але ми наказуємо, ну як вони там позиціонують себе, несправедливу сторону, яка там чомусь злочинно діє, як вони це кажуть. Смотрите, в чому нюанс ситуації Южної Осетії? Фактично Южна Осетія к тому періоду вже 16 років не контролювалася офіційною властю Тбілісі. И российские войска сначала вошли на территорию Южной Осетии, которая де юре тогда была Грузией, но де-факто она была непризнанной. И они перешли границу Южной Осетии, вышли в горе и остановились. Дальше были какие-то секретные переговоры, и Путин, тогда был президентом Медведев, он не дал приказ наступать на Тбилиси. И он развернул войска, они вернулись в Южную Осетию, в горе не стали захватывать и ограничились только территорией, которая была тогда не подконтрольна официальному Тбилиси. Так, но спочатку были такие подвижки колонны, они еще смеялись, что они просто не встигли повідомити, щоб не наступали. Да. И грузинские войска отступили в сторону Тбилиси, я помню. Это правда, да, это правда. Поэтому я думаю, что этот сценарий маловероятен в ДНР и в ЛНР, вообще на востоке Украины, поскольку другая ситуация. Самое главное отличие, знаете, в чем? В том, что вы это прекрасно понимаете, в том, что тогда юго-осетинский конфликт и абхазский, он был реально заморожен. Ну так. Там практически не было боевых. А у нас 2.5 года после Минских соглашений идут перестрелки, идут иногда довольно серьезные обострения. Ну, еще давно он обстреляли, знову ж таки, Авдіївку, потом да, Світлогорська, Красногоровку. Ну, Красногоровска, Красногоровская, Красногоровские проблемы. И идут серьезные, достаточно серьезные, ну, война, по сути, позиционная, скажем так. Но без активных наступательных операций. Почему так происходит, я не военный эксперт, мне сложно объяснить. Но в любом случае политические последствия вот этих вот процессов, они негативны и для Украины, и для России. Россия, на мой взгляд, не заинтересована в том, чтобы этот конфликт продолжался. Его нужно как-то решать. Это невыгодно экономически, политически, геополитически России. Да, есть эксперты, которые говорят, что ну, вот Россия создала конфликт, она будет ждать, пока Украина будет умирать медленно. Ну, тут не все так просто. И руководство Украины, все-таки, кто бы что ни говорил, не совсем выйдет на этот конфликт. Мы теряем деньги,
мы теряем людей, инфраструктура уничтожается, людей в виде гражданских, в виде армии. Это не может продолжаться вечно. Это фактор серьезного незадоволення в внутреннем суспільстві, тому що большинство общества этим незадоволено. Это факт. И независимо от идеологии. Навіть усвідомлюючи, що не від нас залежить, ну, тобто не ми можемо закінчити там єдиночасний цей конфлікт, тобто не ми його почали, не ми його можемо закінчити, ну, хіба що здатись, ну, це парадокс, ну, це виживання. Він не цей варіант навіть не розглядається. А перемогти ми поки що не можемо, і тому він тліє. І все одно це незадоволення, що в нас йде війна. А 2 хвилини у нас лишилось. Буквально хотілося б трошки обозначити, чи варто очікувати серйозних проблем на ще одній шахівниці, яку ви говорили, корейській. Балістичні ракети нещодавно літали. Да, я багато коментував ситуацію на Корейському півострові. Вторая Корейська війна нікому не нужна. Тут 3 момента самые главные. Любой человек, который хочет разобраться в том, что происходит в Корее, нужно понимать 3 вещи. Первая вещь. Первая война, которая закончилась в 1953-1954 годах в Корее, закончилась разделом Кореи на 2 части. Южную и северную. Во многом победа северная, не победа, а статус-кво, который тогда был обозначен, был достигнут благодаря вмешательству Китая. Китай послал 100 000 добровольцев, а официально американцы поддерживали южнокорейский демократический тогда режим. Китай потратил колоссальные ресурсы на содержание Кореи и тратит до сих пор. Это союзник Китая. Поэтому любое обострение ситуации там чревато, если, допустим, Америка сделает шаг на обострение, чревато коллизией, столкновением с Китаем. К этому точно Трамп не готов, и Китай этого не хочет. Второй аспект – это ядерное оружие. Есть у них ядерное оружие или нет? Одни говорят, что есть. Кит Шрёдингера. Да. Другие говорят, что нет. Я думаю, оно есть, но, может быть, не в каком-то оконченном виде. Может быть, оно еще не совсем полноценно ядерное, но уже оно опасное, по крайней мере. Поэтому они ее, скорее всего, используют. И третий фактор – это фактор Южной Кореи – Сеула. Сеул находится на расстоянии прямого попадания артиллерии Северной так. Кореи. То есть это все приведет к очень серьезным последствиям. Выгоден ли это кому-то, или выгоден кризис такой военный, я думаю, никому не выгоден. Но все наконец осознали, и Трамп, и даже Путин, и лидеры Китая, что нынешняя Северная Корея, она опасна для мирового сообщества. И с ней нужно что-то сделать. Я когда с одним китайским журналистом общался, он, в принципе, в пользу Северной Кореи заступается постоянно, я ему говорю, что делать? Он говорит, нужно санкции. Так санкции уже, я не знаю, лет 50 в отношении Северной Кореи работают. Наибольше изолирована Украина, важко себе уявить. И получается, они изолированы, но граница, которая существует с Китаем, она работает. Там идет торговые отношения, поставка риса и так далее. То есть санкции, они неэффективны. Военный аспект неприменим, он опасен. Как дальше решать эту проблему? Это открытый вопрос. Ну так, власне, сподіваюсь, ми продовжимо розгляд цих проблем на подальших ефірах. Наш ефірний час фактично вичерпаний. У нас в гостях сьогодні був пан Андрій Бузаров. Ми розглядали найбільш гарячі точки, скажімо так, геополітичних проблем і кон'юнктуру геополітичну. Дякую вам за ефір. До зустрічі в ефірах.